удар, удар, еще удар, опять удар. И вот Борис Буткеев Краснодар проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот и я едва ушел. Вот апперкот, и я на полу, и мне нехорошо. И думал Буткеев, мне челюсть кроша, и жить хорошо, и жизнь хороша. При счете семь я все лежу, рытают землячки. Стою, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силой берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал Буткеев, мне ребра круша, и жить хорошо, и жизнь нехороша. В трибунах свист, в трибунах вой, а ту его он трус. Буткеев лезет в ближний бой, а я канатом жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырный они. И я сказал ему, чудак, устал, ведь отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хорошо, и жизнь нехороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу, быть в беде. Ведь бокс не драка, это спорт отважных и теле. Вот он ударил раз, два, три и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Лежал он и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не шиша. Здорово, сегодня все собрались в этот праздничный морозный день. Лига бокса рулит. Лига бокса проводим мероприятия с ветеранами. Все очень давно друг друга не видели, соскучились в этом году. Тут есть возможность прекрасная. Спасибо Раису Тукаеву. Собрали Маратушке Марданову и еще другим ветеранам. Собрали нас здесь пообщаться, посмотреть, выпить по чашке чая и вспомнить все свои какие-то прошлые интересные соревнования, свои какие-то впечатления поделиться в новом уже наступившем году. В общем, все здорово, класс. Спасибо всем. Даст Бог, мы будем собираться так чаще, как минимум раз в год. Это уже входит в нас в традицию. Так что очень здоровский праздник сегодня получился. Слава Богу. Да, на самом деле, быстро вот так вчерашний день, да, Мурат Масимов, да, то есть, в принципе, я сейчас терял вам, что там не собирались, вы как бы сдавались. Вот. Поэтому да, услышат вы, да? Я могу сказать, за последние 3 года, наверное, да, мы, наверное, собирались чаще, чем за последние там, 20 лет или 30, да, посмотрим. Это точно. Мы стали чаще встречаться, да? Есть какой-то костяк, который бросает, да, там, есть, который периодически бывает, не бывает, да, вот хотелось бы вот это, то, что пандемия, мы это почувствовали, да, нас разъединило так, вот, хотелось бы, может быть, чтобы как-то летом, когда погода получше, максимально, побольше собрать, да, то есть, ну, заранее подготовиться, да, то есть, представляете, компания, там, 50, 70, 100 человек наберется, да, то просто каждому есть что-то поговорить, да, в чем-то. Летом не сделать фотографии, а вообще через 10, 15, 20 лет мы будем фотографии смотреть, вспоминать, да, то есть, фотографироваться надо больше, чаще, свидетельски по факту, да, то есть, потому что, как мы сейчас помним, понятно, те времена там сложно были фотоаппаратами все, да, потому что каким наслаждением фотоаппарат по фотографии смотрят, да, и что-то делают, там, видимо, да, круче. Вот, поэтому, давайте там, кто у нас на суете затейник, есть и Раис у нас, и Маратова, давайте, может, летом, если все нормально будет, попробуем организоваться, да, то есть, нормально обязательно будет. Да, то мы подберем, на принципе, без дата надо, да, можно собрать, да, то есть, замечательно, просто заранее сделаем, и я думаю, всем будет приятно, да, не обязательно, может быть, там только из Казани подъедет, там, с Нижнекамска, из Челнова, да, поставьте, уже все друг друга. Поэтому давайте, за вас, друзья, да, то есть, праздник! В лесу соберемся где-то. Да без разницы. Ну там еще больше, конечно. Да? Еще идут? Да, 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 интересно. Ну и потом все это запечатлеть. Давайте сделаем. Правильно было все это. Ну, чтобы. Ролик у нас как вот этот, мы его добавляли, который. Вот этот ролик, который хотели бы включить, не сработал, чего здесь у нас технически. Здесь сейчас тренируют. Здесь Монахов тренирует, Алексей, потом Альберт тренирует. Да, Алгарит.
Унзав. Унзав, да. Да. И Влад. Есть? Нет, я имею в виду... Сейчас нет. Нет, его не было. Нашел наконец-то, да? Если бы я знал, что это...79-й год мы поехали, короче, они нас как бы трудовых резервов в гости позвали. Спортшкола была? Да, у них было это. Спортшкола была. И вот мы поехали, Валерий Иванович, Ковалев. Где, Белов там? Да. Белов. Вот это я. Это вот, да, точно. Кто еще есть? Я в 36. Я поехал на Россию в 36. Перчатки больше, чем у меня. Да. И вот ты, наверное, это вот Глякберф такой, более мой сильный был у них. Это. Потом Жень Кусков. Женя Мусиков. Вот Жень Кусков, потом Галей Равиль. Вот это. Мусик, я с ними ездил, он же Борисовский, а я Мирнский. Да. И мы этот ездили, вот постоянно. Вот Мирнский, Галей тоже был. Щепловский с Галей? Нет. Щепловский, Галей. Мы их асфальт делили в свое время. Ничего не мы не делили. Ничего не делили, мы просто это были. Кто-то жил в поселках? Парфилев, теплый, с теплоконтролем был. Ну, все мы, короче, на Перст горы, помнишь, уже выступали. Мазит. Все вот это у меня фотографии так до сих пор я думаю. Фотография вообще. А тренер?
Валерий там Иванович. Ковалев, вот Ковалев, Белов. Ковалев. Да, Ковалев. Спортшкола. Вот. Да, да, 116-я школа. Мы в этом зеленом баре. Турнир, он же организовал. Да, да, да. И мы поехали. Это... А у Меркин турнир с какого года начали проводить? 79-го. Я помню первый. И Дмитрошкин, они параллельно как-то шли, да, что ли? Да, вот да, эти. Дмитрошкин раньше, наверное, начал. Я в 72-м начал заниматься, я на первом выступал уже. Дмитрошкин, я на первом. На первом турнире у Меркина выступал. Мы с тобой вместе. А второй выиграл. Я проиграл, второе место занял на первом. Я проиграл это. Помнишь, были юдинские? Кислов, Акперов. Армяне приезжали. Кто там боксировался? Нет, там, смотри, там, во-первых, армяне приезжали. Все приезжали. Я проиграл во втором бою, ты не помнишь, какой это был бой, или первый, или второй, я проиграл армяну. И сейчас, ну, не попял? Оттуда же ехать, нет, наверное, не попял. Потом. И смотри, ну, это же очень далеко, пока я доехал до поселка Мирного, это же самый, это да, 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 разные концы. Я приехал расстроенный, матери говорю, окей, окей, ну я проиграл, говорю, значит, там, на татарском языке. Она говорит, Улан, ну, нормально, но они же армяне тоже, ну, злые и сильные, поэтому я про себя думал. Ну так. Запомнил. Тогда были, приехали казахи, оренбургские, там вообще было это, вообще первый. Очень много было. Я второе место занял, это, на следующую. На следующий год мы поехали, помнишь это, на всесоюзный турнир в Пензу. Я пропустил. А, нет, на второй год я первый место. На Бурмистрово, да, мы в Пензу поехали. Там первое место занял. И потом я турнир выиграл на следующий. Третий турнир я выиграл уже здесь это. Казани, вот этот. А Дмитрошкина... Дмитрошкина Капитонов начал организовывать. Капитонов, когда перешел он в трудовые резервы, Капитонов начал организовывать, проводить соревнования. А позже, да, начался? Не-не-не, Капитонов еще в то время не был у нас еще. Где? В трудовых резервах Капитонов. В 82-м он пришел туда? Вот в 82-м я уже как бы подвязал. В армию готовился, и я, короче, вот, капитан только появился. В 82 сентябре. Я же свидетель. Какой турнир? Дмитрошкина. А, турнир Дмитрошкина, да. Капитана организовал. А сколько раз вообще проводил? Меркина уже проводил до этого. Начинали в школе 116, рядом с площадью. 79 года. У Меркина там бюст стоял еще в школе. Приходили, там открытие организовывали. Потом уже проводили в трудовые, и в ракете. Да, да, вот им проиграл, да? Проиграл. Он же за Урицким выступал, а турнир у Меркина проводился в Урицком. Вот как раз для того, чтобы интересные случаи из жизни. Он такой, первый же турнир был в Урицком. Погонял даль, обезьяна, да? В Урицком? Вот Марс как раз вот, ты уже попал на второй или на третий турнир попал. Грамота есть же дома. А помнишь, ну вот на Умеркина, в Бурмистрово поехали мы в Пензу. Здесь проходил второй турнир, а мы уехали в Пензу. Нас заморозили там в этом. Тоже приехали 29 градусов мороза. Нас поселили, мы в шапках, спим. Я так вот с Кирсаном проиграл. Да, вот и Кирсан. Кто возил его сюда? Валерий. Он же был такой. И мы выиграли длинный как. Гизатуллин был с Урицкого. Да, да, Роберт. Я выиграл. Роберт. Потом вот Роберт выиграл. Я выиграл. Потом этот Федя что ли выиграл? Или второй? Артемий. Да, да. Который цифры считал. Ему скажешь какое-нибудь слово длинное. Он тебе его в обратку считает. Да, в обратку. Понимаешь, вот это?
Любое слово скажу, он тебе сразу за 5 секунд в обратную сторону. Да не 5 секунд, брат, учился. Равиль, самое главное, знаешь что? Ковалев, образование примело он для этого физкультурного. Это учитель. Случай такой был на ЦСе в этом. Ковалев. В Туапсе был, да, Федя Артемьев, напились таблеток мочегонных, вес согнай, да, раз, короче. Очень был хороший. Вес согнали, короче, и это, один с Мурманска пацан, а один и Федя наш, это, ну, оба вместе сборной. Раз с Мурманска выходит пацан такой, вроде, бах, удар, лежит, короче, 54 килограмма упал. Мы все раз в шоке. Как так? Федя наш выходит, это. Федя возле, это, с прибалтом выходит. Я помню, как это, бля. Выходит такой, Федя такой, шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу, раз такой. Федя, бам, удар такой, Федя такой. Как будто вот скотину валят же. Федя такой, бардик. Голову поднимает и опять такой, брк, опять лежит, бля. Это, вы же приходили на тренировки тогда к нам. Это, Валерий Иванович Рим говорил. Егор, ну-ка, покажи-ка, как Федю там это уронили в этом. Я такой, падал. Я такой тоже раз на ринг упаду. Встану такой. Брр, я Федю все время травил. Федя, давай на выходи. Я говорю, дядя Саша Тимонин рассказывает, идет, записывайте, да? Дядя Саша Тимонин рассказывает, как бокс в Маяковском появился. Мы-то застали только с приходом Сергея Михайловича, мы уже когда пришли, Сергей Михайлович был. Так я-то пришел как раз, Штейнгард был, Григорьевич. А, что вот так, а как он туда попал? При заводе открыли секцию? Я... Там еще кинотеатр был. Ну нет, там да. ДК Маяковского, кинотеатр. Я там художником работал. Рекламист. В самом клубе спортивном, там рядом, как бы, мы приходили заниматься, там еще сеансы кино были. Там люди ходили на просмотр кинофильма. Да. Я и, вот эти рекламные... И после нас каратисты приходили, вот я помню, каратисты были. Туристы были.